Очередной подвиг, обернувшийся нарушением, совершил житель Саратова. Молодой человек решил последовать примеру несовершеннолетних, которые устроили фотосессию на вершине мемориала «Журавли» в Парке Победы. О своем поступке Григорий Махно рассказал в социальных сетях. По словам молодого человека, покорить памятник он мечтал уже несколько месяцев, а школьники его опередили. Сразу после этого случая он решил не откладывать больше и смог забраться на самый верх. Остается только гадать, заинтересуются ли правоохранительные органы этим поступком, поскольку в прошлый раз несовершеннолетние, покорившие журавли, были задержаны полицией.